Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить салат. Салат очень вкусный, салат сытный и несложный в приготовлении. Для такого салата нам понадобится чернослив 100 грамм. В данный момент я его залила водой, холодной водой залила. Орехи 100 грамм, сыр твердый 200 грамм, курица отварная, можно куриную грудку, можно... В данный момент у меня 2 бедра и 1 ножка. 2 свеклы отварные, 1 морковь. И 2 зубка чеснока. И, конечно же, майонез. Майонез у меня домашний. Вот в пакетике. Готовим. Сначала нам нужно потереть на терке свеклу, морковь. 2 зубочка чеснока тоже на мелкой терочке трем. И сыр трем. Курицу и черносливом будем резать. А орехи перебивать в блендере. Начинаем собирать салат. Взяли блюдо, на дно немножко майонеза. При помощи кольца будем собирать. И первый слой у нас идет свекла. Распределяем по кольцу. Покрываем немножко майонезом. На свеклу отправляем порезанный чернослив и распределяем. Сверху на чернослив отправляем курицу порезанную. Распределяем. Сверху на курицу майонез. Если вы противник майонеза, можете заменить сметаной. Сверху на курицу отправляем морковь, но сначала мы перемешаем чеснок с морковью. Сверху на морковь отправляем орехи и распределяем. Смазываем майонезом и на орехи отправляем сыр и распределяем. Как вы обратили внимание, этот салат без яиц. Это для тех, кто не любит яйца в салате, как раз самое то. Салат наш готов. Вот где-то орешки рассыпались. Можем просто так вот придавить ножом. Но салат уже можно подавать к столу в таком виде. Ну а мы попробуем украсить салат при помощи мешочка. Смазывать бока можно вот так. Вот так. Потом ножом все это мы растянем. Можно оставить так, как есть. Можно салат оставить так, как вот есть. Такими бортиками можно. А теперь можно еще украсить. Майонез мы сюда на бока отправили. А теперь возьмем укропчик. У нас есть укропчик. И сделаем такие вот украшалочки. Конечно, блюдо у меня немножко, может, не подходящее, потому что листики зеленые. Берем такие маленькие веточки укропа и прижимаем. Укроп — имитация хвои. К майонезу прижимаем. По кругу украсиваю укропчиком. В центре можно еще ягодки красные разложить, но в данный момент у меня нет. Можно ягоды граната. Зернышки граната можно. А я в том году украшала плоды красной смородины. Но мне сейчас она в морозильной камере. Я просто не достала, не приготовила. А вы можете очень красиво ягодки смородины красной. Кто хочет украсить, можно зернышками красного граната. Потом можно еще клюквой. То есть что-то красненькое должно присутствовать. И также можно заменить твердый сыр плавленым. Тоже можно. И тоже будет очень вкусно.
И даже он будет лучше, потому что он будет белый. Он будет как бы белоснежный. Сейчас сыр имеет желтый цвет, а плавленый будет более белый. Это уже как вам удобно, как вам нравится. Но плавленый сыр никак не испортит этот салат, зато будет очень красиво. Так что готовьте со мной. Кому понравился такой рецепт, ставим пальчик вверх, подписываемся. Пока!